Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам приготовить замечательный салат, очень вкусный, сытный и полезный. С красной рыбкой, рукколой и очень интересной заправкой. Это очень вкусно, обязательно повторите. Свой салатик я буду делать в тарелочке диаметром 26,5 см. Вы уже регулируете на свое количество продуктов или человек, который будет это кушать. Нам понадобится 120 грамм слабосоленой красной рыбки. Это может быть семга или форель, у меня сегодня форель. Помидоры 100 грамм, лучше всего будут смотреться черри, но можно взять любые, просто вам придется их нарезать на большее количество частей. Смесь перцев или черный молотый перец и соль по вкусу. Также я свой салат буду украшать горстью кунжута, это совсем не обязательно, это просто больше для красоты. Вот такая горсть большая зелени, у меня руккола 60 грамм. Одно среднее спелое обязательно авокадо и чуть меньше половины среднего лимона. Также я салат буду заправлять очень вкусным соусом, соусом тартар. Его можно купить в магазине и сверху заправить салат, или же приготовить самостоятельно. Я сегодня буду готовить самостоятельно, что понадобится, как приготовить, я покажу попозже. В зависимости от размера помидора, нарезайте их на такие средние кусочки. У меня помидорчики такие вот крупные черри, я нарежу их на 4 части. Авокадо разрезаем пополам и удаляем косточку. Очищаем. Я разрезаю вот так вдоль пополам и нарезаю вот такими пластинками тонкими. Чтобы авокадо не так темнел, немножко взбрызгиваем лимонным соком. Также нам понадобится 3 пластинки от лимона, это чуть меньше половины среднего лимона. Это вот толщиной нарезаем 0,5 сантиметра. И каждый кружочек я нарезаю еще на 4 таких сектора. Рыбка у меня уже нарезанная, но если у вас не нарезанная, просто нарезайте небольшими тонкими кусочками. Я вот свой кусочек нарежу еще где-то на 4 части. Очень быстро делаем соус тартар. Нам понадобится 1 желток от среднего яйца, комнатной температуры желательно, 1 чайная ложечка с небольшой горкой горчицы, не сладкой горчицы, берите обычную или крепкую, соль, перец по вкусу, немного петрушки, вот чуть-чуть, такая вот горсть, если есть зеленый лучок, будет очень вкусно, у меня, я забыла купить, и 2 вот таких небольших огурчика корнишона весом 60 грамм, 1,5 чайной ложечки лимонного сока и 50 мл оливкового масла, или растительного масла другого, которое вы предпочитаете. Это примерно 3 столовые ложки полные. Соус готовится по типу майонеза, то есть его нужно готовить в узкой, высокой таре. У меня вот колба от миксера. Сюда нарезаем и отправляем все ингредиенты. Я нарежу кружочками среднего размера огурцы. Отправляем. Немного измельчу горсть петрушки. Добавляем сюда желток, горчицу, немножко соли, перца и растительное масло и лимонный сок. Пробиваем это все блендером до состояния соуса. В процессе взбивания я вспомнила, что как-то ручным миксером мне взбивать удобнее, чем погружным блендером. Это как кому, вы выбираете тот способ, который вам удобнее. Порция получилась довольно-таки большая, можно делать пол порции для салата, а остаток использовать просто для других блюд, он очень вкусный. Можем собирать салат, на низ тарелки презентационной выкладываем рукколу, сверху авокадо, сверху помидоры, наверх выкладываем соус, можно просто ложечкой, я буду делать сеточку. Наверх выкладываем рыбку. Наверх дольки лимона. И опять соус. Сверху украшу кунжутом. Вот такой замечательный салатик у нас получился. Обязательно приготовьте на каждый праздник. Это просто отличный салат. И на каждый день, чтобы себя побаловать, это тоже очень вкусно. Приготовьте, убедитесь в этом. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока-пока.